партнер рубрики «Производитель вкусной и качественной продукции» Пермский мясокомбинат. Для своих стараемся. У пасты с начинкой множество разновидностей – равиоли, тортелли, тортеллини, гобби, пансотти, гаттафоры. И этот список есть куда распространить, и даже пастой с начинкой его не называют. Манты, хинкали, дюшбара, вареники, пельмени, конечно. Разный формат, разное содержание, а суть одна – тесто, и в нем чему-то вкусному есть место. К тому же и время сейчас самое, что на есть подходящее пельменное. Здравствуйте, дорогие друзья! А если так, как раз на тесто время. Имени или желания не хватило. Всего одна фраза натолкнула меня на поиск подходящего рецепта. Готовим, рассказываем, цитируем. Традиция начинять пасту мясом, овощами, творогом или же мясом с овощами вместе восходит, по крайней мере, к 13 веку, пишет экономист, профессор университета Генуи и специалист по истории мировой кулинарии Джованни Ребора в своей книге «Происхождение вилки. История правильной еды». Именно им, 13 веком, датировано свидетельство Салимбена де Адама, который рассказывает, что ему подали равиоли без теста, и дает понять, что он был оскорблен такой кулинарной выдумкой. Что ж, несмотря на отношение автора, из этого упоминания о равиоли в тексте знаменитой хроники монаха-францисканца, его еще называют Салимбена Пармский, путешествовавшего по Италии и Франции, во всяком случае уже следует, что в ту пору равиоли и с тестом, и без теста были привычной, хорошо известной едой. А посему возвращаемся к нашему их варианту. Напомню еще раз, он без теста. Очень забавно бывает читать опусы поваров и даже с мировым именем. Дескать, блюдо это очень популярно в Тоскане лет этак 30-40. 30-40 лет – весьма скромный подсчет. Скорее всего, именно в ту пору равиоли без теста получили свое нынешнее смешное название – ньюди, голый, голые равиоли. Так что увидите в каком-нибудь ресторанном меню или услышите в разговоре, представляющем интерес это слово, не тушуйтесь, все яснее ясного. Ньюди, они же нюди или гнюди, родственники ньоков, это такие клёцки, только ньоки чаще всего картофельные, а ньюди сырные. Ньоки могут быть ингредиентом и любого другого блюда, скажем, салата или грибного или куриного рагу, а ньюди хороши и самостоятельно. Готовятся и те, и другие похожи, но раздетые равиоли очень часто не только отваривают, а и обжаривают потом, они получают более насыщенный вкус в результате. Также стоит отметить, что при варке их не следует никуда торопиться маленькими порциями, дабы не слиплись, это идеальный вариант. На сковороде лишний раз тревожить их тоже не следует, уж слишком нежные. А в остальном, как видите, ничего сложного. Присмотритесь к рецепту. Ньюди – равиоли без теста, голые равиоли. Бланшировать шпинат на сковороде. Позднее отжать, чтобы не было лишней жидкости. Соединить с рикоттой или нежным творогом или творожной массой, мукой и яйцом. Соль, перец по вкусу. Скатать шарики, присыпав руки мукой. Хорошо бы выдержать их в холодильнике, час не меньше. Далее отварить в кипятке, всплывут, минутка и все. И уж можно подавать с каким-нибудь соусом. Но в нашем случае мы их обжарили на растительном масле с добавлением острого перца, тимьяна или розмарина и чеснока. Приятного аппетита! Думаю, с зеленью в составе наших нынешних героев можно экспериментировать. Можно и овощей добавить. Кстати, если не нравится название голые равиоли или равиоли без теста, почему бы не назвать их ленивыми варениками? Мясо? А вот с мясом что же получается? Пельмени без теста бывают? Наверное, называются фрикадельками. А почему такое смешное название? Надо бы как-нибудь разобраться. А на сегодня все. С вами была Жанна Соловьева. Удачи!